она сейчас на тестировании, официально она будет к концу лета. Ну, то есть примерно где-то в июле она уже будет 100% работающей. Але вже користуватися нею можна, ми бачимо, що в неї вже почали користуватися, вже є певні відгуки, рекомендації, на основі яких і йде вже до опрацювання. Даже сейчас могу сказать, что мы после вот нашего сегодняшнего визита мы тоже пройдемся по разным местам, даже по пунктам тестирования и напишем свои отзывы. Еще было питание? Я хотела еще немножечко дополнить про этот